хорошо. Как хорошо сидеть у нас в домике, да, уютненько. Надо бы еще кондерчик поставить. В уютном доме сидеть. Да. Вообще шикарно. Слушай. Раз мы теперь уже общаемся на ты. Давай оценим про состояние. Сколько у тебя в миллионах? В смысле? В прямом твое состояние. Мое состояние... То, что у меня куплено? Вообще, сколько работал? Что у тебя куплено? Ну, на жизнь хватает, не жалуюсь. Ну, а точнее? Ну, точнее, тачка там за сколько? За 20 лямов купленная. Потом еще гелик за 10 лямов купленный. Что за машина за 20 миллионов, я не понял. М? А что за машина за 20 миллионов? Спорткар. Я не видел его. Может быть, посмотрим? Можем, давай. Он такой быстрый, красивый, шикарный спорткар за 20 лямов. На предзаказ сделали мне его. Да, как называется? Пигани. Как? Пигани. Ага. Вообще я слышал, но вроде правильно Пагани. Ну, мне нравится так его называть. Но... Да? Ну ты вот... Какой вот из них? Давай. Вот этот. Красненький? Красный, наверное. Да, вон, тот самый. Да, машина, конечно, шикарная. 20 лямов отгрохал за это. Почему она у вас побитая? Да нет, это не побитая все. Завода вот только. Это кажется. Слушайте, а можно может, я сяду это, столом это грязь, наверное. Можно я сяду с вами? Ну, садись. Давай отъедем чуть дальше. Другие машины не задеть. Что у вас машина какая-то ненадежная. Стекла полопались. Нет, это фары. Надо механика стекла вызвать, полопались. Чтобы он починил ее. Ну-ка, да, тише, тише, давайте послушаем. Оф. Ну-ка, что по салону? Салон шикарный. В желтом цвете. Да. Желтый цвет здесь, конечно. Ну давай тогда я ее отгоню. Давай. Кролик, уйди. Слушай, тебе не кажется, что кто-то приехал? Я слышала звук вертолета. Я нет, я ничего не слышу. Ну, за таким рулем ничего не услышишь. Кто-то бегает? Не знаю. Здравствуйте. А вы кто? Здравствуйте. А, я сотрудник ЛСПД. Да, я вас слышу. Представьте сначала. И покажите жетончик. Это да. Вот вам мой жетончик. Ага. Меня зовут Роман. И очевидцы сообщают, то, что здесь произошло какая-то стрельба и убийство. А, вы по поводу моего брата? Да. Если он не являлся вам братом. Да. Как раз у нас был в гостях месье Голливуд. Ну, вы знаете, соответственно, такого актера. Джон Киану Ривз. Мы его провожали. Я посадил его на такси. Услышал с дома выстрелы. Там остался один мой человек, который следил за ним. Его тоже подстрелили. Его подстрелили, мы его реанимировали. А босса убили. От его головы ничего не осталось. Вот Хорошо. Секундочку, подождите.
Слышно хорошо, прием. Да, хорошо, где вечер. Пройдемте. А куда? Сейчас ногой затопчу. Куда? Можете, пожалуйста, провести меня к месту преступления? Покажите тогда орден, что у вас есть на обыск. Вы нам не показали никаких документов, что на обыск. Я вам показала жетончик. Жетончик показали, а документы на обыск этого всего дома? Сейчас. Так, короче, здесь. Вот вам орден и документы. Спасибо. Сейчас ознакомлюсь. Сейчас отведу. Ознакомлюсь. Так. Сейчас это тоже. Так, что там? Ну, вроде все в порядке, да. На эту дату. Ну, точнее, на дату моего брата смерти. Оформлено. Ну, все в порядке, да? Ну, вот, возьмите. Да, все в порядке. Все. Можете меня провести на место преступления? Я не знаю, где это было. Пускай туда он проведет. Охранник, я им сказал здесь машину не парковать. Ну, охранник. Преступление было вот здесь. Вот здесь. Я знаю, что босс стоял примерно вот здесь. Хорошо, сейчас я посмотрю на стенку. На стенах, кстати, была кровь, и здесь была кровь, снизу. Вот тут дыра от пули. Да. Хорошо. Ну, тут точно есть пуля, да. А самого босса убили вроде здесь. Вон, сейчас покажу примерное место. Где-то здесь. Да, хорошо. Сейчас я смотрю место. Подождите секундочку. Хорошо. Идем. Том, идем. Куда? Мне нужно на секунду. Сейчас туда отойдем немножко на секунду. Что? Что? Слушай, ты ему доверяешь? Ну, честно, нет. Жетончик. Хотя у него есть орден, но... Что он идет? Он идет. Так, да. Я смотрела место преступления, вы не против, если я запишу блокнотик? Да, можете присесть, пока мы... Надо поговорить с Янкисом. Мистером Янкисом. Присядьте, пока он на тот стульчик вон, сзади вас. Пробежаться надо. Ну слушай, жетончик походу поддельный. Ну вряд ли. Сейчас сделать жетон это очень тяжело. Я пробовал. Пробовал? Да, это было очень тяжело. Я не знаю. Это стоило невероятно денег. Не знаю, я видел такой же жетон, как у него, за 5 баксов на рынке. Скорее всего, это был игрушка. Да нет, такой же настоящий. Навряд ли. Ну, я не знаю, типа... Опа, что там происходит? Увези меня! Стой, надо разобраться. Я спрячусь пока. Что произошло? Что это было? Что это было? Где наш полицейский? Вот это было? А где наш полицейский? Я потратил свои последние патроны. А где он? Куда он исчез? Давай в быстром темпе все посмотрим. Давай пробежимся. Давай.
Мистер Роман, что случилось? Что случилось? Я не знаю, я стоял записывал в блокнотик, вдруг начали стрелять. Что это такое? Мы не знаем. Не Наши знаю. Охранники это проверенные люди. Сейчас я отойду. Куда он пошел? Ну слушай, ну что-то я ему как-то уже не доверяю. Полицей. Если он не замочил наших охранников, значит. Мне кажется, что он. Либо он под прикрытием с другой мафии приехал. Ну, либо, не знаю. Ну, я тоже, наверное, на хтене. Город держим только мы. Вряд ли. Вряд ли с другой. Слушай, тогда пойдем уже. Стоп, да. А что на нашем кукурузном поле делает вертолет? Он же посадил, не? Тебе не кажется? Да, пройдем. Пройдем. Кстати, а чей Range Rover? Что? А чей там джип стоит? Джип? Я не знаю. Наверное, охранников. Наверное. Которых Боже, уже нет. Я вспомнил про своего брата. Мне так жаль его. Да. А что происходит? Я не знаю. Что происходит? Сейчас вроде все нормально. Какие-то глюки были. Точнее, галлюцинация. Я не знаю, что вообще происходит. А где наш коп? Я не знаю, где полицейский. Он только что приехал. Приехал, стрелял и уехал. Да. Слушай, ну у нас вроде было пару поддельных. Сейчас, подожди, мне кто звонит. Ой. Что-то пошло сейчас не так. Сейчас я пройду. Сейчас пойду в место, сразу еду. Алло, да-да. А, хорошо. Хорошо. Слушай, мне с местной больницы позвонили. Копа ранили, он без сознания сейчас. Окей, вот, пойдем. Поехали, точнее. Где-то в быстром темпе. Сейчас, секунду, подожди. На Бентли садись. Сяду. На Бентли садись свой. Да вот на вот этот, не на тот. Уже без разницы, поехали на дух. Поехали. Ну, ты водила. Ну да, бывает такое. Я же старенький уже, состарился. Опыт пропал. Меня постоянно возили. А тут пришлось самому! Пофигу, с копами договорюсь.